Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Романова Светлана, и вы находитесь на моем канале «Твори добро». Я начала вязать шаль по многочисленным просьбам. Эта шаль у нас выиграла по опросу как самая красивая, и многие люди хотят иметь эту шаль в своем гардеробе. Я, конечно же, делаю съемку, и мастер-класс будет очень подробный, особенно в начале, так как большинство новичков именно боятся начала. Здесь я покажу каждую петелечку, вы точно справитесь, даже не сомневайтесь. И на данный момент у меня готовы два небольших кусочка, вот дойдя вот до такого состояния. В связи с этим у меня к вам имеется вопрос. Как лучше вам информацию предоставлять? Вы будете вязать вместе со мной, тогда я буду вам выкладывать маленькие кусочки по мере вязания этой шали. Или вы все-таки будете ждать, когда я закончу эту шаль и покажу ее вам во всей красе, рассказывая ее параметры, размеры и сколько пряжи ушло и так далее. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Это важно, потому что если вы хотите вязать прямо со мной, два кусочка маленьких уже готовы, и уже следующий же ролик я вам выложу самое начало шали, как эту шаль начать. Схемы я также все предоставляю в процессе вязания, она будет у меня на экране. Вы все будете прекрасно видеть, знать и понимать, как это вяжется. Если вы хотите вязать со мной вместе прямо сейчас, то запаситесь пряжей. Я вам уже показывала, у меня была посылочка. Использую сейчас вот эту пряжу в 100 граммах 500 метров. 10% шерсти, 10 махера, 30% люксовый махер и 50% искусственный шелк. На ощупь ниточка очень нежная, она слегка пушистая, потому что махер имеет свойство быть пушистым. Я надеюсь, что после стирки она будет еще более пушистая. Вот эту ниточку я сейчас использую. Также обязательно запаситесь маркерами, потому что, как видите, узор уже сейчас имеет довольно-таки серьезный ажур и много накидов, поэтому нужно следить за рапортом, чтобы не было никаких ошибок в вязании. Легко, удобно контролировать этот процесс. Итак, я жду ваших комментариев внизу, выкладывать вам маленькие кусочки или вы будете ждать шаль целиком. На этом я попрощаюсь. С вами была Романова Светлана и канал «Твори добро». Всего доброго. До новых встреч.